спокойно, голове не Кать, мы тебе только сказать хотели, что Егоров ни в чем не виноват. А про Егорова я даже слышать не хочу. Столько проблем из-за одного кретина. Вы что хотите, чтобы я сейчас галогеной завалилась? Катюша, Евгения Николаевна договорилась. Ты будешь писать сочинение в параллельно главное. Ну вот, тема, конечно, будет изменена. Но Евгения Николаевна сказала, что ты Тургенева любой темой. Я очень постараюсь. Я надеюсь, как извинился перед тобой. За что? А что, разве Дима не сказал тебе, что это он? Ты просто не так поняла. Я бы как раз хотел...